Всем привет! Если вы смотрели какие-то предыдущие видео у меня на канале, то вы, наверное, заметили в кадре алкополочку. Полку с алкоголем. Да. Сверху там, которая в кадре, это крепкие напитки, а внизу мы храним вино. И обнаружили недавно, что вино заканчивается, и надо было покупать вино. Я пошел в магазин и увидел, что хорошая распродажа. Если покупаешь 6 бутылок вина, то дают 20% там дополнительную скидку. Но эта распродажа работает интересно. Если ты покупаешь вот 6 бутылок вина, то тебе дают скидку на любой алкоголь вообще после этого. То есть можно купить 6 бутылок самого дешевого вина, там 10-долларового, 5-долларового, и получить 20% скидку на любое дорогое там крепкий алкоголь, на виски, к примеру. Но я давно облизывался там на бутылку Балвени и хотел попробовать Глинфинних. И поскольку цена заманчивая должна получиться, сейчас я посмотрю, сколько все это вместе выйдет с такими скидками. Полную цену за Балвени и за Глинфинних, за этот, который у нас в магазине, разумеется, мне платить не хочется. Я считаю, наверное, что это не стоит тех денег. Но если добавить 20% скидку, то должно получиться очень заманчиво. Так, что тут у нас получается? Полная цена Балвени 82 доллара. Не, это, конечно, никуда не годится. Интересно, от какой цены будут вычитать 20%? Полная цена 12-летнего Глинфиннеха 70 долларов, что явно дороговато. Кстати, 49 долларов звучит уже вполне гуманно, но должно получиться даже дешевле. В общем, купил я эти две бутылки вискаря, и цены вышли очень даже привлекательные. Как оказалось, 20% скидку нужно считать от первой цены, указанной на желтом фоне. Нет смысла вдаваться в детали этих арифметических кульбитов. Тут важен конечный результат. А конечный результат получился такой. 0,75 литров Балвени, 12-летний Double Wood, 54 доллара, 55 долларов, а Глинфинних 14-летний вышел за 45 долларов, 0,75 литра. Что, на мой взгляд, очень даже и очень неплохо для Глинфиннеха. 45 долларов, да. Когда в следующий раз будут такие скидки, надо будет снова это дело повторить. Сейчас алкополочка выглядит следующим образом. К этому Балвени я уже приложился. Обновил, так сказать. О, еще новая добавка. Ямазаки 12-летний. Одно время я любил этот виски, когда он стоил 80 долларов, а потом как-то он исчез из продажи. И последнее время я видел его за 200-300 в каких-то левых совершенно магазинах, которые не вызывают доверия. А тут увидел в хорошем магазине за 150 и таки решился тряхнуть стариной, приобрести его. Наверное, это самая дорогая бутылка на этой наверное, это самая дорогая бутылка из всех, которых алкоголя я купил когда-либо. Вот закапа еще достаточно дорогой, он, по-моему, 130 с чем-то долларов. Окей, с обновлениями меня. Ням-ням.